помимо учебы очень много таких моментов вынесли, которые поспособствуют явно жизни. Вот, сейчас пытаемся как-то отрываться, скоро пойдем на танцевальную площадку. Поступать давно уже, 2 года как решил. Нео, жди меня. Ближайший план успешно сдать снова. Здесь я договорился встретиться с друзьями, с которыми я почти встретился, но одни ушли туда, другие ушли туда. А вообще на программе будете там участвовать в качестве гостя? Ну, я не знаю, может быть, если все соберемся, то думаю, да. Надо бы дождаться результатов экзаменов. А так, постараться поступить куда-то, ну, желательно в IT-сферу. Сегодня последний звонок, выпускной для всех, как бы, 11-классников. Это переход в взрослую жизнь уже, и, как бы, почему бы не отдохнуть? Повеселиться, классно отметить. Последний звонок нашей жизни. Да. Расскажи, как сегодня вообще с настроением? Как настроение? Отлично. По нам заметно, я думаю. А вы еще придете, вернетесь? Конечно, не раз. А как вам кажется, зачем вообще проводить такие мероприятия? Чтобы люди могли оторваться, хорошо провести время, возможно познакомиться с кем-то, найти новых друзей. Планы на будущее есть дальше? Уже решили, что будете делать после школы? Да. Поступать в медицинский. Поступать на модельера. Года, соответственно, мы же выпускники, соответственно, решили пришли сюда отметить. Как вам кажется, зачем делать такие мероприятия? Ну, чтобы народ оторвался, да. Что можете пожелать 10-классникам, допустим, которые будут? Трудолюбие, в первую очередь. Ну, это самое главное, в общем-то. Трудолюбие и... Учиться. Да. Мы тусить пришли. Мы пришли отдыхать. Культурно, выпить водички. На самом деле мы пришли реально охеренно тусить, чтобы все было охеренно. Сегодня последний звонок, мы отрываемся на полную. Как вы думаете, нужно ли городу проводить такого рода мероприятия? Нужно, и тем более каждый день, потому что это собирает очень много людей. Собирают очень много людей, которые знакомятся друг с другом. Каждый день не надо, потому что все бухают, и это ужасно. А это прикольно. Нет. Ну, это не точно. Очень классно все. А у меня тут друг с банка Рева, его найти надо быстро.